В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в МВД. Ранее оперативники получили информацию о неизвестных, которые продают наркотики. Появились данные, что в одной из квартир постоянно собираются люди для употребления наркотических средств. Наркоборцы вместе с кинологами провели обыск и под диваном нашли 141 прессованный брикет гашиша. Общий вес составил 2 килограмма 721 грамм. 32-летнего жителя Бишкека задержали. Ведется следствие.